все еще никак не окончится и продолжается разминирование Карабаха. Российские саперы-миротворцы в Нагорном Карабахе разминируют окраины Мардакерта, где до боевых действий располагались сельхозугодия. Возобновление аграрных работ там будет возможно только после полной очистки местности от неразорвавшихся боеприпасов. Только за последние несколько дней российские военные инженеры нашли и обезвредили здесь более 50 крупнокалиберных снарядов и взрывоопасных предметов. Гуманитарное разминирование продолжается. Ищи. Молодец.